водичку, как говорится, пропустили, приходится лежать во Владимире бомжевать, вот, спать на лавке. А что делать остается? Только так. Не знаю, видно сзади меня нет. Там вон написан маршрут этого бронепоезда, который сзади меня. Смотрю, он ездил аж до Черновцы. Я не знаю, где это. Написано за станцией Коломы. А в Коломы у меня родственники есть. Так что вот так вот. Ну чё, там карта нарисована, слышишь? На этом, где он катался. В общем, катался этот бронепоезд, где у нас с тобой родственники живут. Так что, интересно. Только вот я уже номер дома забыл их. Возможно, там едет твоя новая бейсболка. Возможно, возможно. Но не факт. Но не факт. Вон, смотри, видишь, где они разворачиваются? И дальше они вот у них здесь будет сортировочный центр. Понятно. Да уж. Потомки победителей. Напили вчера. Да я еще чувствую, что вот этим все не добиться. Да где он собранный-то? Он валяется, как валялся. О. Будь здоров. Вот так вот. Я не жалею, что мы 9 мая провели во Владимире. Да, чем в таком сраче в нашем прекрасном городе. Теряли все. Во, еще один патриот оставил ленточку. Ну это ладно, это да, это не учитывается. А вот там что-то? Да, да я вижу. За патриотами убирают, блин. Ходят, скажешь так. Да уж. Пьющие патриоты хуже врага. Чего-то там было. Не, слушай, во Владос такого срача не было даже во время праздника. Да, и когда уже... Вся полиция разъехалась, да? Если честно, там во Владосе было стыдно бумажку кинуть на асфальт, даже маленькую. Готовы хоть образ, а здесь все засрано. И то вот смотри, если б люди сейчас не убирали, вон там тоже мужик убирает. Тут бы вообще срач был.
times are tense, words are trivial, pleasures remain.